Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Drive Games. Мы продолжаем симулятор детейлера. Ну что ж, давайте посмотрим наши заказы. Так, Китсуни Неко. Я не могу очистить стекла, повсюду разводы, сможете мне помочь. А заодно как следует очистите колеса. Давайте принять. Поставьте автомобиль. Итак, для очистки... Что? Так, что это у нас за машина такая? Так. Ну, похоже на... Не знаю, конечно, перед похож на Volkswagen какой-то. Ну, а вообще силуэт Honda Civic, мне кажется. Фиг пойми. Итак... Давайте посмотрим магазин, что у нас тут есть. Комплект для стекол. О, кстати, комплект для колес еще есть. Давайте комплект для колес. Установить комплект. Так, и комплект для стекол. Так, нам нужен компонент. В смысле... Нам нужен стенд. Еще один. А почему я не могу купить? Слишком низкая репутация. Да, а как мне еще купить улучшение для гаража? Так, а где его купить? Улучшение гаража. Ну, что я могу купить? Стенд для фото у меня есть. Это у меня... А, вот еще один. Все, улучшили. Так, и ну теперь покупаем для стекол. Купить. И да, давайте сюда. Ну что ж, для начала давайте помоем колеса. Так, вначале, я так понимаю, щеткой нужно проходить их. Ну давайте... Приступим. Так, инвентарь. Щетка для дисков, я так понимаю, да? Так, из АД следующий круг. Так, сменить. Использовать инструмент. Так, следующий, что ли? Так, отверстие чистим. Ну, я думал, немножко по-другому будет реализовано это. Так, на этом... Так, а почему это нам не засчитали? А, вот. Чистим отверстия. Только что-то чище пока не становится. Так, вымойте колесо. Так, ладно. Давайте вначале почистим их все. Тут, наверное, грязь пипец какая. Где хоть ты ездил? По проселочным дорогам, что ли? В деревню? Не, ну чуть-чуть чище становится. Конечно же, это надо будет споласкивать. Так, и последнее колесо у нас. Так, домываем отверстие. Так, все отлично. Теперь нам нужно вымыть колесо. Так, инвентарь, щетка, мягкая щетка. Это у нас все понятно. Теперь, получается, мы ложим инструменты. Так, для очистки кузова берем. Мойка
А, так. Пеной вначале лучше покрыть. Чтобы у нас лучше отмылось. Хотя, мне кажется, там можно было сразу смывать. Так, теперь смываем всю грязь. То есть, все-таки надо было посмотреть обучающее видео. Блин. Я думал, она смоется. Как-то бредово реализовано. Ладно, хорошо. Так, еще раз берем для колес. А, вот, щеткой, короче, надо. Блин, а чё ж как сделано? Я-то думал, сейчас мы керхером все смоем, а оказывается, надо щеткой все проходить. Так, все, мы отмыли колесо это. Идеально, блестит теперь. Наш чернителем еще потом проходить. А то тут что-то колесо уже сразу блестит. Так, два колеса есть. Еще два. Как можно было так, блин, ездить-то, а? Ну хорошо, что вы обратились именно к нам в мастерскую. Так, я чуть не понял, почему не засчитывает? Я уж вроде все, оно уж блестит. Так, есть. Последнее колесо. Очистите брызговик, оказывается, еще. Хотя я вроде брызговик-то даже и не трогал. Так, есть. С колесами разобрались. Ой, блин, надо ж этот стереть теперь. Набрызгали мы водой. Так, очистки кузова, тряпочку мне надо. Тряпочка. Немножечко тут капель у нас есть. Надо протереть. Извиняюсь, извиняюсь. Так, все протерли. Теперь давайте берем для остекления у нас. Так, инвентарь. Жидкость. Сейчас набрызгаем на все стекла. Блин, правда, на кузов у нас попадает все. Так, теперь берем тряпку. Ого, какое грязное стекло оказывается. А что это у меня? Ой, можно и кузов, кстати, и протереть. Да что, блин, мне не нравится то, что так увидеть грязь. Так, это стекло мы протерли, теперь давайте вот это.
Так, есть заднее стекло. Такой звук. Так, есть это стекло, мы протерли. Так, теперь боковое вот это. Да что? Да ё-моё. Да хватит переходить мне уже. Ой. Смочить надо. Так, это есть. Так, а кое стекло еще не засчитало? А, вот это. Есть. Стекло протерли. Блин, а чё на крыше у меня еще? Так, срочно нужен комплект для очистки кузова. Немножечко тут протереть надо. Так, вроде все, да? Больше капель не вижу я. Так, отремонтируйте сиденья. Ой, ой, что с сиденьями? Мне что, нужно комплект еще покупать? Комплект для обивки. Так, давайте берем комплект для обивки. Что тут у нас? Так, вначале наждачкой. Ого. Ага, закрасить потом надо будет. Так, вначале берем наждачную бумагу. Теперь закрашиваем. Да что? Есть. Это мы сиденье сделали. Теперь вот это давайте. Так, берем наждачную бумагу. Так, и вот этот еще кусочек. Замонтировали, теперь покрасим. Как долго красится? Да что? Есть, все покрасили. Так, теперь заднее сиденье. Так, вот этот кусочек. Красим. Есть, все, мы выполнили все. Закрываем двери. Все выполнено. Подходим к телефону и сдаем задание. А, нет, нет. А, ну да, да. Сделать фотографию уже нам надо. Так, давайте сделаем правильный ракурс. Так, поле зрения нам нужно вот так поприбавить. Вот так, освещение. Ну и все, в принципе, делаем снимок. Все, готово. Вешаем снимочек выполненной работы и отдаем автомобиль. Да. Так, сколько? 5 звезд. Отлично. А, все что ли? Я-то думал, блин, сейчас побольше будет. Ну, понятно. Эта серия у нас, видимо, коротенькая будет такая. Блин, я-то думал, у нас тут побольше всего. Я так понимаю, полная версия игры еще не вышла. Нам предлагают добавить игру в список желаемого. Сколько игра будет стоить, неизвестно. Но как симулятор детейлера, вполне неплохая игра, конечно.
ну, не все так подробно, как в реальной жизни, и может быть последовательность немного не та. Но в целом игра такая залипательная. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока.